Всем привет, ребят! Сейчас мы посмотрим заявку от Патреона Майкла. В этот раз мы будем смотреть Motion Device, который сейчас называется по-другому. Песня называется Soul Snaker. Шейкер, наверное. Не важно. Короче, сами напишите как комментарий, правильно? Вот, давайте смотреть. Эту группу мы уже смотрели, потому что это семейная группа, там братья и сестры. Вот, вполне себе отличная группа. Давайте приступим. Let's go! Много раз говорила о том, что классная группа, классный голос у вокалистки Сары. Мне нравятся у них басовые партии, гитарные партии, классно сделанные. Вот. Вау, а где барабаны потерялись? Ну, у них там большой упор на гитару идет. И мне нравится голос, очень такой прям, ну, низковатый. И это прям мне безумно нравится. Что такая маленькая? Такая маленькая, у нее уже такой голос. А сколько лет? Ну, здесь она маленькая еще. Маленькая, это сколько ей там лет? 20? Нет, лет 15, по-моему, что-то такое. А, да? 15-16, может быть. Я могу ошибаться, но Майкл что внизу напишет? Он выглядит старым. Ха-ха, не 15. Ну, в общем, я ставлю... 4 из 10. А
я ставлю 10 из 10. Мне нравится бас-гитара у них. Мне тоже бас нравится, но мне нравятся нули-нули-нули-нули-нули единички. Это к другому. Кто понял, тот понял. Вот, так что вот такая была реакция. Спасибо Майку за заявку. Также всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Также... Хотел сказать, подписывайтесь на... Ин... Нельзя. Подписывайтесь на все социальные сети. Также есть ссылочка для финансовой поддержки. Всем спасибо, всем пока!